Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хотела показать вам покупочки с AliExpress. Все, что я заказывала. Много всего интересного пришло. Что-то не понравилось, что-то понравилось. Все ссылки оставлю под видео. Переходите, заказывайте, наслаждайтесь. Итак, первое, с чего мы начнем, это пайетки. Пайеток заказала много, так как в брошках очень красиво смотрится. Разных размеров. Первые получаются черные, очень хорошее качество. Они такие плотненькие, ни царапин, ничего нет, никаких изъянов. Ну, бывают, конечно, бракованные попадаются, но в принципе качеством довольна. Хорошие пайетки. Я уже одну брошку сделала. Потом покажу. Так, вот эти тоже очень интересные пайеточки. Такие они плотненькие, сантиметровые, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, качество хорошее. Бывают бракованные. Да, вот получается со сколом некоторые попадаются. Но в принципе большинство из них хорошего качества. Никаких царапин на них нет. Больше, конечно, хороших, нежели плохих. Ну и цена, соответственно. А вот эти вот пайетки вообще офигенные. Они такие прям тоненькие, полупрозрачные. Очень красивые из них цветочки получаются. Вообще офигенные пайетки. Конечно, цена на них недорого. В общем, стоит. Сейчас, конечно, не помню, сколько они уже. Это вот подарок мне продавец положил такой. Тоже неплохие пайеточки, пригодятся продавцу, спасибо. Вот эти тоже пайетки очень такие хорошего качества, тоненькие, прозрачные, крылышки делать, лепесточки, цветочки. Бракованных очень мало среди них, в основном все чистенькие такие, без всяких сколов. Вот эти очень интересные пайетки. Здесь цвет АБ получается, идет такой переливающийся. Можно чешую сделать у рыбы. Мне кажется, классно получится. Они такие, как будто объемные. Вообще интересненькие вот эти. А мелкие взяла по 3 миллиметра. Сейчас камера настроится. Тоже очень хорошее качество у них. Бракованных практически нет. Они такие тоненькие, полупрозрачные. Качество супер. Всем советую. Маленькие мини-цветочки делать или просто укладывать. Тут вот в розовом цвете тоже очень классные. Тоненькие прям. Не скажешь, что это Китай. Вот эти вообще офигенные. У них такой цвет приятных. Приятный. Но единственное, здесь попадается много вот бракованных, вот такие по половинке. Но в принципе так вообще качество классное. Они тоненькие, такие полупрозрачные. Но все равно большинство, конечно, здесь хорошие идут хорошего качества. Бракованные есть, но вот никуда не деться от этого. Вот эти тоже неплохие были. Вот эти серебристые не очень качеством, сразу говорю, ссылку оставлю. Они очень много бракованных там. Вот эти тоже плотненькие, неплохие. Такого хорошего качества. Мало брака. Вот эти вообще клевые, прям одни из любимых. Такие прям нежненькие они, тоненькие, полупрозрачные. Не скажешь, что фабричный Китай. Качество классное. Бусинки тоже, это вот для листиков я взяла, посмотреть как вообще. Ну, как бы качество супер, стекло идет. В работе, мне кажется, будут хорошо смотреться, переливаются. Такие многогранные, очень
хорошие. Вот эти вот звездочки по весу, они такие тяжеленькие. Когда смотришь на картинки, кажется, как будто пластик какой-то. На самом деле, то ли металл, то ли какой-то камень такой специальный. Но вообще, как бы, качество классное. Мне понравились. Я еще буду заказывать. Можно там в разных цветах есть. Медные, золотистые. Но я вот взяла серебристые, получается. Там 4 или 3 миллиметра и 6, по-моему, если не ошибаюсь. Но качество супер. Вот эти не очень пайетки серебристые. Они такие имитируют, как бы, типа грани, что ли, вот здесь вот по краешку. Вот. Но очень много брака. Здесь в основном все бракованное идет. Очень редко попадаются хорошие, то есть это прям надо выбирать. Вот если вот обратите внимание, прям вот как бы каждая вторая бракованная. Ну, не советую, в общем, такие покупать. Лучше французские взять, либо же там... Ну, в общем, только не Китай. А канитель заказала. Канитель качеством вообще супер. Сейчас вот в интернет-магазинах, ну, смотрела я, мне как бы кончился у меня канитель. И нигде нету. То есть вот эти очень такие ходовые позиции, их быстро разбирают, особенно серебристую. Ее не найдешь. А в AliExpress вот как бы заказала, я не первый раз заказываю. Там, в принципе, и много ее, и цена у нее хорошая, как бы. И никаких заломов, изъянов, ничего нет. Вот в таких упаковках присылают. Вот, в принципе, как вариант, мне кажется, хороший. Такие меховые помпушечки заказала. Это я хочу попробовать жучков поделать. Мотыльков, там что-то такое. Тут они по 3 миллиметра. Ну, как раз для жучков подойдет. Вот такой микс пайеток заказала. Есть бракованные, но тоже мало. Здесь, в принципе, классный микс. Можно что-нибудь интересное сделать. Вот эти тоже классные пайетки. Брака тоже очень мало. Цвет такой полупрозрачный. Тоже идет у МАБ, что ли. Вот эти тоже вообще классненькие пайеточки. Тут получается, можно цветочки что-то сделать. Брака тоже очень-очень мало. Так что заказывайте. Вообще как бы товар хороший. И по цене, ну, дешевле, чем заказывать в обычном интернет-магазине. Там, во-первых, и меньше будет. И а здесь, получается, ободочки заказала, но немного ошиблась с размером. Думала, они 1.5 сантиметра, оказывается, они вот сантиметровые. Ну, не знаю, что-нибудь придумаю. Что-нибудь сделаем. И вот такие классные ободки, не первый раз уже заказываю там. Это для корон, получается. Очень классные, они плотные, прям самое то. Сверху можно даже ничем не обтягивать, прямо на этом материале вышивать. Очень как бы хорошо сделано, они аккуратненько так. Вот. И цена у них, кстати, я там какая-то распродажа была, то ли Черная пятница. Я вот как раз брала на распродаже, там недорого, мне 250 рублей, по-моему, вышли вот все вот эти ободки. Вот. Цвета разные, тоже там можно миксовать. Ссылочку под видео оставлю, проходите, смотрите. А, еще вот такой вариант пайеток взяла. Это цветочки. Тоже как украшение очень красиво будет смотреться. Но качество здесь классно. Они такие плотненькие все. Такой вариант тоже есть. Тоже качество хорошее. Мне понравились. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Заходите в Инстаграм. Смотрите мои видео. Пишите комментарии. По возможности буду отправлять всякие разные видео почаще. Может, какие-то предпочтения есть, тоже пишите все в комментариях. Спасибо вам за просмотр. Пока-пока.